Как сообщают местные власти, движение на дороге Ош-Сарыташ-Иркештам не затруднено. На очистке трассы от снега задействовано 11 единиц техники. В Вальном округе Сарыташ Алайского района выпал снег высотой в полметра. Ну а в селе Нура и местности вокруг него снега нет. Районные власти сообщают, что население обеспечено топливом в необходимом объеме. Ежегодно тяжелая ситуация в аильных округах Сарыташ и Талдысу. Там высота снега 50 сантиметров, но сейчас особых проблем нет. В Жетогузском же районе снега выпало немного. Пограничникам, которые служат в долине Акширак, доставили топливо и продукты. Всего там 350 человек, включая чабанов и местных жителей. В долине снега выпало совсем немного. Можно сказать, что почти нет. Мы доставили местной школе уголь в полном объеме. Дорога туда открыта. Перевал Каракол и Нильчек на сегодня открыт, движение не затруднено. Здесь проживают около 100 семей, в основном это скотоводы. Есть там и три погранзаставы. Все они обеспечены топливом, и население тоже хорошо подготовилось к зиме. На перевале снег, в других местах не так много, но очень холодно. Движение на трассе открыто. В Чаткальском же районе высота снега достигает 35 сантиметров, в отдаленных селах и того больше, до 70 сантиметров. Последний раз в районе выпал снег неделю назад, дороги давно расчищены. Съемочные группы нашего канала продолжат отслеживать ситуацию в каждом регионе. Канат Каниметов, Нуркиз Абдрахманов, Общественный первый канал.